Привет, дружище. Ну что, очередной раз я выпускаю очень поздно видео, но надеюсь, оно от этого не станет менее интереснее. Так что усаживайся поудобнее. Буду благодарен тебе, если ты поставишь лайк. И что хотелось бы сказать? Как бы не от меня зависящие причины. У меня правый глаз просто как бы пошел в отрыв такой, типа, хе-хей, я сам буду решать, когда ты будешь записывать видосы и елки-палки стримить. Проблемки, ребятушки, берегите свои глаза. Что хотелось бы сказать, лайк поставь, а? Княжеский лайк поставь. Если ты еще не кушаешь, то начни кушать. Я думаю, что минимум 10-15-20 минут это видео твоего времени займет. Дальше, это у нас бездонатный аккаунт «Пельмень». Вот. Есть отдельный плейлист по нему, если что, туда иди посмотри, да? И еще хотелось бы сказать, знаешь, одну очень интересную вещь. Я себя поймал на той мысли, что я с нетерпением жду обновления. И прям вообще жду, короче. Так что такая вот фигня. А как ты по названию понял, сегодня буду сливать героев. Это не кликбейт, но и тем не менее не нужно беспокоиться о том, что пельмени прекратит свое существование. Для начала хотелось бы начать, знаешь, такие сталинские репрессии, да, в гильдии Дурка. Я понимаю, возможно, вам не всем интересно на это наблюдать, но как бы людей нужно поисключать. Так, вот два дня человек не был, это управление, да, типа все, до свидания. А дальше, что еще у нас тут? Три дня человек не был, выгнать. А дальше, что тут еще у нас? Четыре дня человек не было, я не понимаю, вице-лидер, куда пропал, елки-палки, вернется в игру, тогда возьму обратно. Сейчас как бы пока что до свидания. А дальше, что у нас происходит? Так, три дня, так, окей, выгнать. Дальше, там еще я, знаешь, толком не смотрел тех, кто не прошел битву гильдии. Что-то прапор тоже, у него, видать, с временем беда, никого не кикнул. Ну, ничего страшного, я буду кикать. Вот, пускай в гильдии останется 5 человек, но те люди, которые будут проходить БГ. Ну, или вообще, знаешь, тогда как бы никого не останется. Вот, и как бы и все. Так что так, возьму, пойду в другую гильдию, типа. Так, ромашка. Ну, вообще, как бы, да, ребят. Типа, поиграли, и типа надоело. Ну, окей, понимаю, бывает. Так, два дня, до свидания. Так, что у нас тут? Опа, 10 дней, вот это вообще шок-контент. А, вы хотите, вы не можете выгонять больше 10 участников в день. Смотри, 5 дней не было, 10 дней не было, 3 дня не было, 7 дней не было. Я до всех доберусь, впереди еще битва гильдии. Так, да, даже вице-лидера не было 2 дня, окей. Ха-ха, прикольно. Ладно, короче, будем разбираться. Пока что, так, у нас 11 тысяч самоцветов. Что у нас тут, пока я тут после прошлого видоса, я тут наконец-то докачал просвет тыкви, я теперь и могу ставить, ну, любую эмблему. Просветы трудно качать, потому что максимальная вместимость хранилища достаточно маленькая, да, ты как бы там, знаешь, 2 секунды тратишь на то, чтобы просвет прокачать, и потом сидишь минуту долбишь, зарабатываешь ману. Вот. Но я тут нанял строителей, у меня тут сколько сейчас зданий фигачится? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Короче, где-то 8 зданий должно фигачиться. Вот. Ну, 7-8, да. Надо стараться не забывать вот про эту штуку, там, где ты берешь вот эти вот перки роста за 200, за 200 самоцветов, вот. Да, так что такие вот дела. Так, далее, что у нас тут? Даня что-то пишет, у тебя классные видосы. Спасибо. А что у нас еще получается? Вообще, я что вас всех собрал? Короче, у меня опять очередной задвиг по мозгу. Сейчас у меня сила сильно упадет. Короче, придется слить неких допов. По той причине, что у меня задвиг по мозгу. Это, знаете, это как бы происходит как и с тумсом. Просто видишь, поначалу что-то открывал. И такой типа, ой, как бы, и потом взял, слил. Хочу, чтобы
У меня был все-таки на аккаунте порядок, чтобы каждой разновидности героя было по одному. Ну и потом спокойненько уже буду брать, грубо говоря, и прокачивать каких-то определенных допов. Вот. Но это, наверное, будут ниндзя. Ну, может быть, ниндзиков я еще сейчас оставлю. А тут дальше смотрим мои, ну, типа, героев, которые тут по два занимают. Два бога грома сразу же. До свидания. Давай вот в этого господина. Так, добавить опыт, подожди. Два бога грома. Одного бога грома. Чиу Риу, до свидания, ты где? Вот, все, один бог грома, пошел. А, я прям тут могу посмотреть. Так, стрелок. Блять, стрелок понадобится для эволюции. Хранителя. Ну, на хранителя. Ну, видите, я еще туда и ресурсы вложил. Ну ладно, похеру. Похеру! Так, хранитель. Хранитель. Хранитель, давай, давай, до свидания, все-таки. Ну, потому что хранитель, как бы, он будет как доп, я там ему когда-нибудь, может, там сделаю какие-то... Ну, то есть, когда я до него доберусь, чтобы делать там эволюции, хер его знает, да? Целая куча других более крутых героев. А, далее, о, Рина, до свидания. А, вот это, до свидания, окей. Так, ну стрелка оставлю, что уж тут поделать. Анюта мне что-то пишет. Угу. Нифига себе. Какая-то мне посылочка пришла, посылочка. Так, дальше. Что у нас тут еще происходит? Вот так вот делаем. Малыша Ника тоже нахер. Еще малыш Ник. Так, сейчас нормально посливаю героев, посливаю. А, давайте, я же забыл, надо сделать это, заставку. Надо какую-нибудь хайповую заставку сделать, чтобы вы кликнули сюда. Хотя хер, кто из вас кликнет, там выше на Телеграм не подписаны, с Ютуба уведомления не приходят, нихера вам, короче, вот так вот. Все, невероятно хайповую заставку, ну, типа, картинку для заставки сделал. Вот, я думаю, что все нормально будет, окей. А, дальше. Так, никого не пролистали. А, стрелков пока оставляю, там вот реально буду качать. А, так, вот этих говноедов. А, Чиурио отсюда. Смотрите, уже у землеройки пятый скилл, нормально. А, ведьма тоже, до свидания. А, курица тоже туда же идет. А, слушай, подожди, это 160-й. У меня где-то 140-й. Сука, вот 140-й. Может, у меня где-то там 160 есть отдельный. Не, ну вроде все, норм. И сколько? Короче, где-то... У меня вроде 137 тысяч силы было, да? Сейчас осталось 115. Но вы не бойтесь, я эту силу быстро нагоню. Короче, целая куча свободных мест. Еще прикол заключается в том, что... Я же в прошлом видосе открывал карточки. Кто не видел прошлый видос, да, посмотрите, ништяки там открывал. И там была ситуация, что, оказывается, я выбил ворожея. Ну, мне там написали в комментариях, где-то на стриме. Подожди, или я не выбил ворожея? Или меня обманули? Нет, я выбил ворожея. И теперь у меня есть ворожей. Вот. Это тоже очень круто. А дальше, что еще? И вот как бы непонятно, какие из этих героев распакованы. А какие из этих героев не распакованы, понимаешь? Вот еще в чем проблема. То есть, к примеру, Хладный Призрак. Хладный Призрак у меня распакован или нет? Ну, давай сейчас возьмем и проверим нормально. Где я еще могу проверить? Конечно же, здесь. Так, Мастер Рун, Розалинда, Бигфут, Снайпер. Так, Влад Дракула, Макдуха, Морозница, Вальтор. Смерть, Зефирик, Механоид, Альфа, Дриада, Фея, Королева Ос, Дуэлянт. Серьезно, типа, Дуэлянт не распакован? У меня там по-любому есть.
Так, дуэлянта распаковать. Хладный призрак, ты где? Хладного призрака по-любому распаковать. Да хера кого распаковать, надо сидеть реально на стриме. Ну, дуэлянт у меня точно был. Да, дуэлянта распаковать. Хотя, блин, казалось, что у меня есть. Хладного призрака распаковать. Дальше. У меня даже смерти, по сути, нету, да? О, слушай, у меня ее как бы реально нету. Судя по всему. Ну, вы там накидываете в комментариях, кого мне еще нужно распаковать. Ну да. Асура, кстати, возможно, тоже нет. Ну ладно, это мы уже будем на стриме смотреть, ребят. Дальше, что еще хотелось бы сказать? А, кстати, что у нас тут в чате? Гильдия. Так. Нормально, нормально. Так, дальше. Дальше, что у нас тут получается? Дальше. Так, окей. Все, с этим мы, ребят, закончили. Хотел я заняться другой вещью, которая называется... кошмарные подземки. Ну вот. Потому что, видите, я тут начал проходить и не допрошел. У меня-то вроде космо есть. И как бы можно попытать удачу. Вот, космо. А, космо сейчас с воодушевлением, а не ремка. Ну окей, посмотрим, получится у нас что-то. Или не получится. Герои проседают, давай их подлечим. В принципе, мне просто хочется понять, мне есть смысл там запариваться, сидеть на стриме и проходить кошмарку. Ну, вроде бы держимся. Вроде бы держимся. Смотрите, как классно на космо встал талант щит дракона. Вот эта вот херня меня станет, она меня парит. Тут космо долбанул. Арктика летит и череп. Ну, в принципе, с ними проблем не должно быть. Да, 50% уже набили. Надо еще посмотреть, может, у меня какие-то кошмарки не пройдены на все 100%. Ну, смотрите, уже нормально держимся. Я думаю, что, к примеру, можно вместо Фрэнки сейчас поставить тыкву. И, возможно... Мы в более ускоренном режиме будем проходить эти подземки. По крайней мере, они разгонятся. Хотя тоже не факт, потому что все это дело станется, все это дело мешается. И, кстати, у меня же еще Феникс есть. Мне героев, ребят, качать, перекачать. Но я буду ждать обновления. И потому что там как бы потребуется меньше золота на перевод, там, да, грубо говоря, на какой-то уровень. Подожди. Но опять же, знаете, чего не будет хватать? Не будет хватать КГшек. Так, герой. Мы вот возьмем вместо Фрэнки, поставим вот это чудо. И так, и магию возьмем. Магию, куда уж без магии. А это у нас уже не письки на заборе рисовать. Это, ребят, шестая кошмарка. Давай, ускорялки. Надеюсь, тыква продержится. Я на нее все-таки поставил седьмой. Ах ты ж сука, а! Я на нее все-таки поставил. Я на нее поставил эту защиту. Ёпта. Короче, священный огонь, что ли? Как это говно называлось? Давай вот так вот попробуем. Получится у нас что-нибудь или нет? Тут уже жестко начинается. Походу еще рано. Но тут как бы командору надо попрокачивать, да? За счет командоры много пройти можно. Опа, мы ускорились. Смотри, как Анубис. Да, минуснул. Ну, короче, просто надо было зацепиться. Все, минус герои. То есть Анубис на пару с Фрей раскидал героев просто так. Видишь, ну, опять же, да, и сейчас вот этот вот тупнёж в плане того, что мы там застанены, вот это вот все как бы... Ну ничего, ребят, ничего страшного. Нормально все. Так. А вообще надо мне стараться с утра записывать видосы. Хотя с утра, блядь, глаз течет. Фиг ты что запишешь. Вот так. И давайте вместе с вами еще пройдем одну кошмарочку. А остальное будем заниматься остальным на стриме. Так, атака.
Ну, и тоже где-то вот, не знаю, отсюда, наверное. Так. Под это дело будем командору потом прокачивать. Ну, ну и как бы Феникса. Ну, видишь, если Феникса прокачаем, тогда как бы тыква мимо. Потому что ей тогда будет не за что цепануться, разогнаться. Ну и посмотри, сейчас герои как просто на глазах вражеские минусуются. Но надо их быстрее отминусовать, потому что если мы их сейчас не отминусуем, отминусуют нас. В принципе, отминусовали. Потеряли одного героя. Не столь критично. Потому что у него там все равно массовой атаки нету. Это эпик герой. Так, давай. Ну и все, и проходим. Блин, ладно, давайте еще одну посмотрим. Еще одну. Еще одну. Так. Окей. Не останавливаемся. Не останавливаемся. Сейчас, блин, знаешь, может, там мне уже через одну кошмарку. Через одну кошмарку я уже не смогу ничего пройти. И потом на стрим, знаешь, такой. Назову прохождение кошмарок на бездонатном аккаунте. А потом, по факту, через 5 минут упрусь. И как бы и все. Чего там, блядь, не можете убить? Блядь, я ее не застанил, надо было застанить. Некроса убили, твою ж дивизию. Твою ж дивизию. Ну, тут часть, вот, передних героев вроде раскидали. Я думаю, курицу нам бояться нечего. Если сейчас никого не рубанут. Ну, нам главное, чтобы Космо был. Вон, Анубис всех добил. Фрея добила. И все, и как бы нормально. Нормально, двигаемся вперед. Я думаю, что не буду больше занимать вашего времени. Тут уже как бы понятно, что мы возьмем все это дело и пройдем. Пожелаю тебе огромнейшей удачи. Или вам пожелаю огромнейшей удачи. Не знаю, как вам нравится, когда я к вам обращаюсь. Или вот как чисто к тебе, или к вам. Вот я все время, знаешь, у меня такой когнитивочка срабатывает. Не знаю, как лучше. Ну, в любом случае, всем. Или только тебе. Не знаю. Удачи. Пока.